70 лет прошло, все так же много, все так же интересно. Всем джаз, меня зовут Виктор Дзиевский, добро пожаловать в нашу чудесную Вологодскую филармонию. Я джазовый продюсер, директор московского джазового агентства VR Jazz Agency. И это третий концерт, лекция, встреча, посвященная истории и философии джазовой музыки. И в прошлый раз, на прошлом концерте, кстати, кто был на прошлом концерте с квартета Дмитрия Мосипа, похлопайте. Так, хорошо. Все, супер. Я всегда стараюсь спросить, кто в зале был, с кем мы уже знакомы, чтобы понять, кого из публики я уже знаю, с кем я еще не знаком. В любом случае, на прошлом концерте мы касались темы величайшего джазового саксофониста по имени Чарли Паркер, трубача Дизи Гелеспи, пианистов Теодоса Монка, Бада Паула, и разговаривали об эволюции такого направления джазового под названием бибоп, которое образовалось в 40-е годы. После этого рассуждали о том, как эта музыка эволюционировала в хардбоп, модальный джаз, в афрокубинский джаз и многое-многое другое. Сегодня мы попробуем рассмотреть вместе с моими коллегами, музыкантами, альтернативную ветвь развития джазовой музыки, которая прошла целиком через весь 20 век,
И эта альтернативная ветвь называется West Coast или Cool Jazz. Cool Jazz не в смысле крутой джаз, а в смысле прохладный джаз. West Coast – это также как музыка западного побережья, потому что этот стиль зародился на западном побережье Соединенных Штатов. И выступают для вас мои друзья, потрясающие московские музыканты, которых я безмерно люблю и обожаю. Уверен, что к концу отделения и вы с ним великолепно познакомитесь, и уже будете скучать, когда они от вас уедут. На барабанах играет один из лучших барабанщиков, я не побоюсь слова, не только Москвы, но и России, совершенно потрясающий Петр Ильшин! Мне всегда почему-то становится спокойнее на сцене, когда за барабанщиком Петр Ильшин, я знаю, что все обязательно пойдет по плану. Контрабас, я не устану говорить, потому что контрабас это самый важный инструмент в джазовом ансамбле, потому что он формообразующий, с другой стороны он играет и гармонию, и ритм, и нам всегда везет, что с нами Роман Токарев. Те, кто был на прошлой концерте «Квартира Дмитрия Костина», с Романом уже знакомы. На фортепиано пианистка, композитор, бенд-лидер московской группы под названием Live People Ensemble. Кстати, ее диски, ее альбомы сегодня продаются и здесь, их можно приобрести, это уникальнейшая авторская музыка. Наталья Скворцова! Трубач, с которым я еще не так сильно знаком, как, наверное, хотел бы с ним познакомиться. Мы не часто на этом работали вместе, но я уверен, что для нас все только начинается. Это Иван Акатов! Один из самых молодых это вокруг трубача на российской джазовой сцене. Наш гость, вокалист, сегодня он для нас никто иной, как принц кул джаза, Хосе Маньян! Мы только что слушали игру великого саксофониста Лестера Янга, и можно сказать, что это родоначальник стиля West Coast, стиля cool jazz. Об этом, в любом случае, говорят все музыковеды и все историки джаза. В 30-е годы он был одним из самых популярных известных саксофонистов и воплощал в себе, наверное, все лучшее, что можно было бы услышать на западном побережье Штатов. И если родоначальники бибопа стремились к чрезмерной экспрессии, к блюзовой традиции во время своих исполнений, то звучание Лестера Янга, этого саксофониста, было очень прохладным, немножко отстраненным, без ярко выраженного вибрато и резонирующих обертонов. То есть звук Лестера Янга был, вы могли это слышать на видео, был очень максимально мягкий, максимально легкий и немножко прохладный, в случае отдающий такой легкой прохладой. И отсюда отчасти появилось название этого стиля cool jazz или прохладный джаз. И, к сожалению, у нас нету при себе саксофониста, чтобы нам, может быть, сыграть и максимально точно изобразить, как играл Лестер. Тем не менее, нам бы хотелось сыграть одну из композиций, которую Лестер очень любил играть вместе с потрясающей певицей, великой джазовой певицей по имени Билли Холидей. Слышали вы такое? Билли Холидей. Кто слышал? Похлопайте. Так, хорошо, хорошо. Билли Холидей выделял его из всех других саксофонистов периода 30-х, потому что именно с Лестером мне было максимально комфортно и по звуку, и по ощущению, и по атмосфере, которую он давал во время концерта. И они очень часто исполняли композицию вместе под названием «Love me or leave me» – «Люби меня, либо оставь меня в покое». И с ее-то мы и начнем. Для вас играет Петр Ильшин, Роман Клодников, Наталья Скворцова, Иван Акатов. Хосе Маньян! Добрый вечер. Somebody else. You're my fun tonight.
nighttime, the right time, we can't sleep. Nighttime is my time, we'll just reminisce. Regretting instead of forgetting with somebody else. There's no one else, that someone is you. I intended to be independently blue. I want your love, don't want to borrow. I have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no one for nobody else. Thank you.
влияние Лестера Янга на последующих музыкантов, следующее поколение музыкантов было настолько велико, что в 1950-х годах, в конце 40-х, начале 1950-х, на него ссылался великий трубач, один из главных гениев истории джаза, Майлз Дэвис, в тот момент, когда он, по сути, создал вот это новое направление кул-джаз. Считается, что именно отец, основатель кул-джаза, это все-таки в первую очередь Майлз Дэвис. Если Лестер Янг заложил фундамент, то Майлз Дэвис уже синтезировал этот жанр, синтезировал это направление. И в 1948 году он в компании таких музыкантов, как Ли Коллинз, Джерри Маллиман, полный список есть вот на этом слайде, приступил к записи альбома, исторического альбома для джаза, который получил название «Birth of the Cool» или «Зарождение кула». И пластинка уже вышла в 1950-х, наделала много шума, в первую очередь потому, что именно на ней Майлз Дэвис продемонстрировал альтернативный взгляд на развитие джазовой музыки. И на прошлом концерте мы очень много говорили про бибоп, который зародился в начале 40-х, с научным Чарли Паркер, Дизи Гелесби. Это был революционный жанр, который старался противопоставить себя в первую очередь популярной музыке, оркестровой музыке, которая звучала в 40-е годы. Боперы считали, что она сильно далеко ушла от того изначального джаза, каким он должен быть, и они старались вернуть джаз, можно сказать, к корням. И бибоп был очень хлестким, реакционным, экспрессивным. В нем было очень много спорта, желания музыкантов превзойти друг друга и продемонстрировать грани своего мастерства. В этом смысле, конечно, музыка была совершенно уникальная. И корни бибопа, разумеется, лежат в традиционной для джаза блюзовой музыке. В игре же Янга и Майлза Дэвиса, напротив, были длинные ноты, короткие фразы, многозначительные паузы. То есть сама музыка была более философская, более диалектичная, если можно к такому термину прибегнуть. И джаз получился более умеренным, вкрадчивым, несколько более отстраненным, обладал более прохладной гаммой красок. И солист во время своего соло задумывался о каждой сыгранной ноте. И именно это мне бы хотелось вам продемонстрировать, попросив музыкантов сыграть ту же самую композицию «Love Me, Leave Me», но сначала в стиле бибоп, а после этого в стиле кул-джаз. Мне бы хотелось, чтобы обратили внимание на отличие, как одна композиция может по-разному звучать в разных джазовых стилях. Deception – это композиция из альбома Майлза Дэвиса «Birth of the Cool», который был записан в 1948-1949 году. Господин звукорежиссер, это пока можно вставить так же. Ага.
Здорово. Два доката. В отличие от бибопа, в кул-джазе ощущалось сильное выраженное влияние академической музыки. Именно из нее музыканты черпали вдохновение, поэтому этот жанр очень быстро стал популярен именно среди белых музыкантов, а не черных. И одним из тех, кто по достоинству оценил, идеи Майлза Дэвиса, были пианист-композитор по имени Дэвид Брубек и альтсаксофонист по имени Пол Дезмонд. И Дэйв Брубек называл себя случайно играющим фортепиано-композитором. Помимо сочинения джазовых композиций, он написал два балета, мюзикл, ораторию, четыре кантаты, мессу и, в общем, очень много всего другого. Альтсаксофонист Пол Дезмонд отличался не только своим уникальным стилем фразировки, но также совершенно уникальным звуком, совершенно гладким, очень нежным альтиссимо. Есть, наверное, два саксофониста, которых можно в какой-то момент перепутать. Это Пол Дезмонд и Ли Коллинз. У них немножко похожий звук. Но это то, что можно назвать классикой кул-джаза. И говорили про Пола Дезмонда, что это один из немногих саксофонистов, которые в 20 веке смогли избежать влияния Чарли Паркера. Потому что Чарли Паркер был настолько сильной, важной фигурой, что все музыканты, в основном, старались, артисты, подражать ему, либо снимать его. Дезмонд тоже, наверное, это делал, как и все другие артисты, но, тем не менее, он смог найти свой собственный уникальный почерк. И при этом, при всем при этом, у Брубека и у Дезмонда было совершенно потрясающее, уникальное чувство юмора. Я думаю, нечто очень похожее, может быть, на профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Это были очень два умных еврея, которые невероятно умели язвить, невероятно умели разговаривать, и было совершенно потрясающее чувство юмора. И вот Пол Дезмонд однажды сказал про себя, когда мы спросили, возможно назвать одним из самых техничных, быстрых, лучших саксофонистов в мире, Дезмонд ответил: «Я выиграл несколько призов, как самый медленный саксофонист, а также специальную награду за тишину». Вот. И это, на самом деле, исчерпывающая фраза, которую можно, наверное, очертить, обрисовать его стиль, манеру исполнения. И Брубек и Дезмонд воздвигли мост между академической, классической музыкой и джазом, принеся в джаз академический подход к сочинительству, к форме, к гармонии. И в 59-м году вышел их культовый альбом под названием «Time Out» или «Время вышло», который по сей день считается одним из самых главных альбомов в истории джазовой музыки. И одну из композиций этого альбома, я почти уверен, что многие из вас знают, поэтому я даже не буду называть ее название, достаточно будет сказать, что это самая известная композиция в мире в нестандартном размере 5 четвертых. We'll be right back.
Тамара. Человек невероятного мастерства, играющий во всех жанрах, кстати, пишущий собственную авторскую музыку. У него есть, собственно, потрясающий альбом, и он, кстати, с собой не захватил пару дисков. Жалко. Я говорил про уникальное чувство юмора Пола Десмонда и Дэва Брубека. И, наверное, приведу вам небольшой пример. Вот, кстати, Пол Десмонд и Дэв Брубек. Пол Десмонд в конце 40-х руководил небольшим военным оркестром, в который пришел в качестве пианиста на работу Дэйв Брубек. Но в этом Пол Десмонд, в общем-то, я не знаю, что там уж конкретно было, но, в общем, что-то было связано с зарплатами. Что-то там сначала их урезали, потом чуть ли не убрали. И в конечном итоге он, Дэйва Брубека, из этого оркестра выгнал. И прошло, наверное, 5, может быть, 7 лет, и в один из моментов Пол Десмонд ехал с себя в машине, слушал радио, и услышал по радио трио Дэйва Брубека, того самого пианиста, которого он, собственно, выгнал из оркестра. И ему настолько понравилась его игра, настолько понравилась эта музыка, что он нашел где-то в адресной книге адрес этого Дэйва Брубека, значит, и поехал к нему, значит, домой, для того, чтобы уговорить его присоединиться к его трио, чтобы превратить трио в квартет. И Дэйв Брубек, у которого было трое детей, в этот момент стирал одежду. И он заметил, увидел Пола Десмонда еще просто вот с улицы в окно, когда тот шел, позвал свою жену и сказал, ни при каких обстоятельствах не пускать Пола Десмонда в дом. Вот ни при каких. Он его видеть не хочет, вообще вот никак. Конечно, в итоге Пол Десмонд пришел, позвонил звонок, ему открыла супруга Дэйва Брубека. Он сказал, я хочу видеть Дэйва, она сказала, нет, ни в какую. В общем, 30 минут Пол Десмонд пытался прорваться в дом, в конечном итоге супруга его пустила, он пришел и застал, собственно, картину, как Дэйв Брубек моет, значит, стирает детям, там, я не знаю, что он мог им стирать. И он говорит, Дэйв Брубек, пожалуйста, разреши мне, давай, короче, мы сделаем вместо трио квартет. Дэйв долго отказывался ни в какую, и после этого Пол Десмонд нашел способ его уговорить. Он сказал, я стану сиделкой для твоих детей. Все свободное время от музицирования я буду заниматься тем, что буду сидеть, стирать, и вообще ты забудешь, что у тебя есть дети. Вот, и только при этом условии Дэйв Брубек согласился. Вы не поверите, действительно, Пол Десмонд работал бесплатно у Дэйва Брубека в качестве сиделки для детей на протяжении многих лет. Поэтому дети, которые выросли, я, кстати, знаю сына Дэйва Брубека, его зовут Дариус Брубек, я очень надеюсь, что мне получится привести его в Россию, может быть, в следующем или через год, ему уже 70. Тем не менее, они все вспоминали всегда эту историю про то, как Пол Десмонд с ними сидел. Вот такие вот бывают потрясающие вещи, когда музыканты действительно хотят играть друг с другом вместе. Общая слабость и Брубека, и Десмонда была в академической музыке, а также к сложным размерам. Было очень скучно играть в стандартных размерах, 4 четвертых, 3 четвертых. Вы знаете, что большая часть музыки, 99% музыки построена на этих стандартных размерах, 4 четверти, 3 четверти. Им все время нравилось экспериментировать, и поэтому вот эта композиция, которую сыграли только что музыканты, называлась «Take Five». Она прославилась тем, что была написана в размере 5 четвертей. Ее написал Пол Десмонд и Дэйв Брубек. Еще одна композиция с этого же самого альбома «Time Out» 59 года называется «Blue Ronde à la Turque». Композиция совершенно уникальная, и за основу в этой композиции была взята композиция Моцарта «Ронда а ля Тюрка». Причем, если смотреть еще глубже, то эта композиция, если я не ошибаюсь, такой стандартный турецкий, причем турецкая традиционная песня, турецкая традиционная композиция, и ритмика там соответственно. В общем, все это будет очень интересно. «Ронда а ля Турк» на вас играет Наталья Скворцова, Петр Ильшин, Новоплотников, Иван Акатов.
Джерри Маллиган. Он уже в 7 лет отличал сонату от фуги и впоследствии стал одним из тех, кто объединил американскую джазовую традицию с настроениями современной на тот момент академической музыки. И в 1949 году по приглашению Майлза Дэвиса он принял участие в записи альбома «Birth of the Cool», который, композицию с которого мы уже слышали. И в 1952 году он создал свой знаменитый квартет без пианиста. Квартет без пианиста. Так получилось, что однажды пианист не пришел на репетицию, Джерри Маллиган подумал, что так даже лучше. Вот. На трубу он пригласил своего друга, блестящего трубача по имени Чет Бейкер. И что себе представлял квартет без пианиста? То есть действительно не было фортепиано, была труба и был баритон-саксофон. И мелодия исполнялась за счет принципа полифонии и контрапункта. Знаете, как у Баха? Полифонии, он играет сразу несколько линий. В принципе, то же самое касается духовых инструментов. В духовом инструменте ты не можешь сыграть больше, чем одну ноту, то есть не можешь сыграть аккорд. Тем не менее, можно переплетать различные голоса духовых инструментов и создавать за счет этого полифонию. И это был очень неординарный, очень интересный и неожиданный подход к свингу, который, в общем, остался в истории на долгие годы. И композиция, которую мы музыканты для вас сыграют, это композиция, которую очень любит наш барабанщик Петр Ившин. Она называется «Night Lights». Чего? Какую? Мило, что меня предупредили, что будете играть такую композицию. Как композиция называется? А, «Line for the Lights». Линия для любви. Как она переводится? Правильно же? Thank you.
Фишер, Роман Плотников, Наталья Скворцова, Иван Акатов. С нами также Хосе Маньяк. В первом отделении Хосе просто всего лишь на одной композиции, но будьте уверены, во второй вы еще много раз его услышите. Дорогие друзья, у нас небольшой перерыв, тем не менее, через 5 минут включится экран, и онлайн, виртуальная версия меня расскажет вам небольшую историю про нашего следующего музыканта, следующего героя нашего концерта по имени Чет Бейкер. Поэтому, если у вас будет желание, послушайте именно с его музыки, мы начнем второе отделение. Спасибо, что вы с нами!